Добрый день, уважаемые пользователи! В некоторых случаях нам бывает необходимо восстановить заводские настройки своего телефона. Если вы знаете пароль блокировки своего устройства, стереть данные и настройки не представляет особого труда. Однако, если вы не помните код-пароль, то задача становится несколько сложнее. В данном видео мы поделимся с вами тремя рабочими способами, как сбросить настройки iPhone без пароля. Способ первый. Восстановление заводских настроек с помощью программы Tinashe for UK. Устанавливаем программу на компьютер. С помощью USB-кабеля подключаем наш iPhone к компьютеру. Далее переводим телефон в режим восстановления. Для этого одновременно нажимаем и удерживаем кнопки питания и домой до появления значка подключения телефона к компьютеру. Для моделей iPhone 10 и выше нажимаем и быстро отпускаем кнопку увеличения громкости. Затем нажимаем и быстро отпускаем кнопку уменьшения громкости. После чего нажимаем и удерживаем боковую кнопку, пока не появится значок подключения телефона к компьютеру. Далее запускаем программу For UK и в главном меню выбираем опцию «Начать разблокировку». В следующем окне нажимаем кнопку «Начать». Далее необходимо загрузить последнюю официальную версию iOS для нашего телефона. Нажимаем кнопку «Скачать». После завершения загрузки прошивки выбираем опцию «Начать удаление». Данный процесс может занять около 10 минут. Затем программа сообщит нам об успешном завершении работы, и мы можем начать настройку нашего iPhone в качестве нового устройства. Итак, теперь наш iPhone разблокирован, и на нем успешно восстановлены заводские настройки. Способ второй. Сброс настроек до заводских с помощью iTunes. При подключении iPhone в режиме восстановления к iTunes в программе автоматически появится диалоговое окно с предложением обновить или восстановить iPhone. Так как нужно сбросить все настройки телефона, выбираем опцию «Восстановить». Подтверждаем свое решение, после чего iTunes начнет восстановление заводских настроек, так же, как это делала программа For UK. Способ третий. Сброс данных и настроек с помощью iCloud. Чтобы воспользоваться данным способом, вы должны помнить свой логин и пароль учетной записи Apple. На заблокированном устройстве должна быть активирована опция «Найти iPhone». И кроме этого, у вас должно быть доверенное устройство, на которое вы сможете принять код подтверждения. Итак, переходим в браузере на страницу iCloud.com. Указываем данные учетной записи Apple и вводим код подтверждения, отправленный на доверенное устройство. Теперь выбираем опцию «Найти iPhone». Нажимаем «Все устройства» и в выпадающем меню указываем необходимый нам телефон. Далее выбираем опцию «Стереть iPhone». После этого будет запущено восстановление заводских настроек нашего телефона. Итак, теперь вы можете воспользоваться любым из трех способов сброса настроек iPhone до заводских без пароля. Ну а мы желаем вам успехов, до новых встреч!